Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Василианс Кристина. Я 2 года уже чуть больше занимаюсь куклами и недавно услышала о таком марафоне, как «Вяжем куклы 4», и решила в нем поучаствовать. Итак, этот марафон будет проходить 2 недели с 25 июля по 8 августа. Ну, это будет итог. Нужно будет за эти 2 недели связать 4 куколки. Эти куклы можно вязать не в этот марафон можно присоединиться не с нуля с куклами, а уже, например, кукла связана, там волосы должны быть, ну, пришивать, там одежду вязать. И я решила в этом марафоне поучаствовать, так как многие меня знают в основном, как я вяжу игрушки. В том году я связала 3 куколки своим мастер-классом, но я их так еще не выпустила. И недавно я начала тоже вязать куклу и решила в этот марафон присоединиться. Значит, за эти 2 недели нужно будет связать 4 куколки, продвинуть процессы этих 4 кукол. И 3 куклы это какие я выберу, а 4-я кукла это нужно будет связать из диснеевских принцесс. Я подумала, и скорее всего я буду вязать Ариэль. Ну, это наша русская русалочка, потому что я давно эту куколку хотела связать, просто то времени нету, то еще что-то. И первую куклу, которую я буду доделывать, кто на меня подписан, знает, я вот эту куклу Кристину связала. Нужно еще сделать тонировку лица, нужно связать обувь сюда и еще связать берет красного цвета. Так что вот это первая куколка, которую я буду доделывать. Вторую куколку, куколка Машка-Ромашка. Наконец-таки я решила сделать все-таки образ ей, связать платье, связать волосы, связать, скорее всего, будут вязаные волосы, не знаю, еще посмотрю. И шапочка будет в виде ромашки. Это вторая куколка, также будет обувь. Третью куколку, это я, которую недавно начала. Это совсем малюсенькая кукла, как куколка Кристиночка, но она будет на каркасной основе, поэтому вот ручки связаны. Вяжу я Виолет Леонард, Леонард Виолет, такая пряжа. Еще точный образ не придумала, так что поэкспериментируем. И 4-я куколка, скорее всего, я буду вязать Ариэль из диснеевских принцесс. Я долго-долго думала и все-таки решилась. Вы можете присоединяться, также с нами вязать, участвовать. Так что порадуйтесь за меня и за себя. Я очень рада, наконец-таки я решилась на такие марафоны. Надо идти вперед, времени нету, хоть на марафонах, скорее всего, продвину свои продвижения. Так что всех жду на этом проекте. Всем пока-пока.